ciao ragazzi. Allora, это все, что я знаю по-итальянски. Сегодня посмотрим, как звучит знакомый Les Paul Studio 94-го года рождения. И вот эта вот гитара, которая называется Gibson Les Paul 58-го года. Historic Reage was за 3595 европейских рублей. Соответственно, Made in USA. Как сказал мне продавец в этом замечательном миланском магазине, самом большом, кстати, в Милане, который называется Lucky Music. Это самый лучший Les Paul. Тут их. Тут 50-то точно есть. Ну, на его взгляд, конечно. Нет времени трогать все. Да и не дадут, наверное. Поэтому попробуем потрогать хотя бы два этих, сравнить. Итак, наш первый вариант – это знакомый до боли уличный музыкальный инструмент Gibson Les Paul Studio 94-го года. Накладка черное дерево, соответственно, махагани, кленовый топ, махагани, гриф. Струны стоят девятка, только сегодня поставил. Попробуем что-нибудь сыграть. Ребят, поднесли, в общем, еще один инструмент. Текст. Gibson Les Paul Class 5, Kentucky Bourbon Burst. Это что касается цвета. А также тоже Custom Shot Les Paul, Made in USA.
Custom Shop. О, так мне этот больше нравится. А вот этот инструмент хоть и стоит 2970 рублей, а звучит... Те же самые настройки, кстати, это Игнатор. Sound Master 4212. Турмастер. Thank you.